Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богодухова Алла Александровна. Я руководитель хореографической студии «Ириска», танцевального клуба для взрослых «Экспромт» и студии танца для детей от 4 до 6 лет «Каблучок». Сегодня наш мастер-класс для детей младшего школьного возраста и среднего. Я покажу вам достаточно сложное движение, называется «Абертас». Его очень часто используют в народно-сценическом танце, в русском, белорусском, украинском. Но даже если вы занимаетесь современной хореографией, уверяю вас, оно вам тоже пригодится. Итак, давайте я вам сначала покажу его, а потом мы разберем, как правильно его делать. Итак, открываем ручки во вторую позицию. Делаем небольшую подготовку. Шаг вперед, назад. Итак, как же его делать правильно? Начнем с опоры. Берем стульчик, ставим ножки выворотно. Приседаем в плие. Открываем ножку вперед, правую. Рисуем кружочек, делаем ромб. Доводим ножку до стороны. Закрываем на сюрлику депье. И делаем переступание. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Вы видите, я отхожу назад. Но нам надо остаться в одной точке. Поэтому мы будем делать небольшой подскок на опорной ноге. Присели. И подскок поставили, переступили. И подскок поставили, переступили. Ромб. Закрыли ножку. Два, три. И раз, два, три. Держим спинку прямо, живот подтянут, ручку плотно на поясе. Нога длинная, сильная, вытянуто колено, вытянут носок. Делайте как можно дольше. Не спешите отходить от стула, еще успеете. Когда вы научились делать возле стульчика, освобождаемся от него. Открываем ручки во вторую позицию. Делаем небольшую подготовку. Сначала медленно. Раз, два, поворачиваемся. Три. И раз, два, поворачиваемся. Три. На три ножку правую выбиваем вперед. Раз, два, три. Раз, два, три. Важно понимать, за счет чего идет поворот. Повернуться вам помогает ваша сильная ножка. Раз. Потренируйтесь. Раз. Раз. И ваша красивая рука. Левая ручка. Раз. Корпус должен быть сильным. Раз, два, три. Держите локоточки. Ваши руки, плечи, спина – это одно целое. Отлично. Итак, в русском танце делают абертас, комбинируя его с пируэтами, с пистолетом. В белорусском танце делают вот такую комбинацию. Заметили? Я любое движение стараюсь закончить. Это сложно, но тренируйтесь. После абертаса ножку надо подобрать раз к себе и сделать соскок. Раз, два, три. Раз, два. Есть еще абертас в украинском танце. Он делается несколько иначе. Потому что
женский костюм предполагает наличие узкой юбки чаще всего. Представьте, что вы танцуете в узкой юбке карандаш. Мы не можем открыть ножку высоко, поэтому его делают так. Здесь от веночка у нас идут ленточки. Мы их придерживаем. И начинаем делать вот так. Коленочки вместе, а ножка уходит в сторону. Тренируйтесь, и у вас обязательно получится. Удачи и успехов вам во всем. Всего хорошего!